Итак, это анализ рынка. Сегодня 17 апреля 2024 года, время 6 часов 35 минут по московскому времени. Рынок фон на сегодня такой. Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС в плюсе, нефть в минусе. Фон на сегодняшнее утро для рынка акций РФ я ожидаю коррекционно. В целом уровень ЕМА-9, о котором я повествовал в недельном обзоре рынка, вчера на анализе рынка диапазон 3460 пунктов активно штурмуется. Поэтому сейчас, я думаю, надо быть максимально осторожным, потому что по мере пробития этого уровня ЕМА 9 у нас скрывается путь на медиану полосу Боллинджера 3440 пунктов. В принципе, как минимум, краткосрочную коррекцию, я думаю, мы и дальше будем воочию наблюдать, не более чем. Ну и, соответственно, новую порцию лонгов резонно будет впоследствии также ловить. В общем и целом, я, честно говоря, особо тут не парюсь, не сучусь, у меня среднесрочная поза по акциям РФ открыта, ну и, соответственно, новые спекулятивные краткосрочные позиции сейчас по акциям РФ я тоже постепенно начинаю набирать. И вот еще одну мысль я дополню тем, что какого-то обвала, краха в рынке я, честно говоря, не ожидаю, максимум коррекционного движения к нежестоящим уровням. И потом возврат на диапазон 3500 пунктов, там 3600 пунктов, потому что коррекцию нужно все-таки показать. Так и рынок у нас краткосрочный, переветы, соответственно, с таким перегревом идти выше. Но крупный капитал вряд ли будет, что, в принципе, они сейчас и делают. Пытаются устроить эту небольшую коррекцию. Хотел бы я перейти на макроэкономические сводки, которые я публиковал вчера на нашем телеграм-канале «Биржевик Акции, где 69 659 подписчиков. Ссылка на канал имеется в описании под каждым видеороликом. Первый пункт телеграм-канал пункт про рынок акций. Рекомендую настоятельно всем подписаться. Вот, вчера я листал ленту новостей, интерфакс, ведомости и прочее в этом духе, да. Так вот, нашел я пипец какой интересный заголовок и в придачу к нему интересный материал. Эксперты ЦБРФ сообщают, что инфляционное давление снижается постепенно, что требует сохранения жестких денежных кредитных условий продолжительное время. Чуть какая здесь полуголубинная риторика. Как раньше они говорили по отношению к ключевой ставке, свои мысли излагали, что нужна ставка большая, нужна ставка высокая, надолго, почти навсегда. А сейчас прям аккуратно стало, аккуратно. Так вот, я вижу, как коммуницирует Центральный банк с правительством, то есть экономическим блоком Российской Федерации. И у меня такое ощущение, что между ними какой-то диссонанс определенный есть. То есть... Правительству нужна ключевая ставка на уровне, там, может быть, 10%, может быть, даже 8%, а то и 5% годовых, да, чтобы а, кредитование снова наращивалось, да, чтобы производственный сектор у нас кредиты брал, себя инвестировал, и, соответственно, производственная активность на этом факторе российская росла. Центральный банк, наоборот, видит, что рынок недвиги перегрет, что кредитование перегрето, и ставку они хотят оставить на текущих уровнях. Вот. Ключевой вопрос. Кто будет победителем? Правительство. Рычаги влияния на банка есть именно у них. Поэтому я не думаю, что ставку оставят надолго на уровне 16% годовых. И самое главное, чего мы должны учитывать, чтобы снизить ключевую ставку, нужно обосновать действия. Ведь смотрите, у нас валютный рынок продолжает расти. То, о чем я ранее накрепко говорил, что доллар идет в районе 95-100 на отработку свечного шипа. Вот. И как следствие, у нас импортные точнее инфляция, за счет роста импортных товаров, которые покупаются валютой на внешних рынках, у нас инфляция в стране будет расти. Как обоснуть ЦБ понижение ставки в конце этого года, непонятно. Потому что фактически инфляция и дальше продолжит охренеть, как расти на самом деле. Это мы ощущаем с вами на продуктах питания, на автомобильном секторе, на металлургическом секторе. Короче, мы это видео будем с вами ощущать. И тут я смотрю сразу действия ФРС годов 90-х когда в индексе инфляции ФРС а, была графа о секторе коммерческой и жилой недвижимости. Так вот, инфляция ФРС в 70-е, 80-е росла тупо на факторе того, что дорожали кратно сырьевые товары, в частности, производные активы, которые используются активно в а, секторе жилья, в секторе строительства. Так вот, в России та на хрен сейчас. Та же самая проблема. У нас недвижимость в тотальном пузыре, она не перерывана в пузыре. Цены на сырьевые товары продолжают расти, и они будут дальше расти. Что из-за фактора обвала рубля, что из-за фактора цены на сырьевые товары в мире и прочего в этом духе. Вот. И у меня такое ощущение, что из статей инфляции Центральный банк будет что-то удалять. И у меня такое ощущение, что они удалят именно рынок недвиги. Потом, когда время придет, скажут, что ну вот у нас инфляция там снижается уже в районе примерно где-то так 7% годовых, но мы видим резон снижать ключевую ставку. Для чего это надо? Чтобы не потерять доверие рынкам. Почему так? Потому что когда начался цикл повышения ключевой ставки в э, сентябре-октябре предыдущего года, 23 год если быть точным, то по мере повышения ставки валютный рынок рос. То бишь в моменте Центральный банк терял тотальное доверие со стороны широкого рынка. И Центральный банк боится этого повторения. Хотя, откровенно говоря, если так серьезно говорить, то все прекрасно понимают, что текущий уровень ключевой ставки ни хрена не сбивает инфляцию и не собьет инфляцию. От слова совсем почему? Потому что у нас сейчас идет фактор роста цен на сырьевые товары. И, между прочим, Та инфляция, которая центральным банком публикуется, и там Русатом в том числе, формальная инфляция где-то в районе 7-8 годовых, умножайте сразу на 2 или на 3. Получится у вас там либо 14, а то может быть и 21% годовых. Вообще по факту я исчисляю инфляцию в секторе промышленности, в первую очередь, потому что в потреб секторе она мега сильно искажена. Вот, если у нас в этом году проминфляция в России будет где-то в районе 20% годовых, условно говоря, да, то, соответственно, блин, это фактическая инфляция по всему широкому рынку. Хотя в это время нам будут говорить, что формальный инфляция где-то там в районе 7-8 годовых. Хотя это полный бед и полный абсурд, если честно. Тут к бабке не ходи, приходишь в магазин, смотришь, мясо подорожало, яйца подорожали, все подорожало. Все. Ну откуда инфляция 8, блядь, процентов, может быть, я не понимаю. Короче говоря, свои мысли по отношению к этому поводу я высказал, да? Вот, поэтому... Скоро ЦБ будут аргументировать свое понижение ключа. Так Вот видите, паровозик тронулся, риторика стала максимально Максимально, максимально, максимально э, аккуратный. Вот, и с другой стороны, да, рынки межбанковского кредитования. У нас ставка в районе 17,5% годовых. Ну, по большому счету, банки сейчас кредитуют себя по текущей ключевой ставке. Поэтому на э, будущем заседании, не помню, 20 апреля, о, извиняюсь, 26 апреля, на заседании ЦБРФ по ключевой ставке, они оставят ключевую ставку на уровне 16% годовых. Вот. Поэтому, когда будет снижение межбанковской ставки, тогда у нас будет снижение самой ключевой ставки, это неизбежно. Хотя аргументировать будет к Центральному банку очень сложно свои действия, но посмотрим, как будет по факту все. Далее. Пару мыслей хочу вызвать по отношению к тому, покупает ли Европа сейчас российские сырьевые товары, российские вообще товары таковые. Так вот, господа, смотрите, на нашем телеграм-канале «Биржевик Акции, где 69 659 подписчиков, ссылка на канал в описании под каждым видеороликом, первый пункт телеграм-канала, пункт «Про рынок акций». Рекомендую подписаться. Сегодня утром нашел интересную заметку в РИА новости, они ссылаются уже на а, расчеты по данным европейской статистики. Так вот. Евросоюз в феврале нарастил импорт российских удобрений до максимальных с декабря 2022 года 106 миллионов евро. Ну, по сути говоря, удобрения для чего нужны? Для рассад. Рассады потом впоследствии создают новый товар потребления. Ну, то бишь, там, картошку вырастет, условно говоря, там, не знаю, Морковку, кстати, еще что-нибудь в этом духе. Ну, вы поняли. Кто в саду ковыряется, то понимает. Вот, сильнее всего выросли закупки у Бельгии почти в 5 раз за 24 миллионов евро. А крупнейшим покупателем третьего месяца остается Польша. Прикольно, да? То есть, эти клоуны откровенные, хоть что-то там на внешнем поле против нас вякают, но все равно от российского сырья они пиздец их зависимы. Вот, также через Украину поступает российский газ. эта информация публично, все они знают, все они слышат. Вот. И, конечно, много всяких троеточий, много всяких но, а также восклицательных знаков. Вот. Но все же, все же. Европа через первые руки российские сырьевые товар покупает. Они, в принципе, и нефть покупают, удобрения, и стали, и алюминий, и титан. Вообще не все покупают. Некоторый товар был через третьи руки поступает, но все же покупки воспроизводятся. В общем, чтобы вы понимали, мир ни хрена не готов сейчас к глобальному конфликту, вот, потому что у большинства стран не хватает тупо сырья. Все. Вот тупо этого и не хватает. Так что популизм отключайте и всяких долбоебов поменьше слушайте. Кто вам сейчас армагеддонит, что вот-вот начнется, блин, чуть ли не третья мировая. Также с точки зрения макроэкономических сводок озвучу следующую мысль, что российский экспорт нефти морем продолжает расти на фоне снижения объемов переработки. Ну то бишь активно поставляется по 4 миллиона баррелей в день нефти Индии, Китаю, там Тихоокеанскому регионку и, про и прочим странам в этом духе. Вот. Так что, в принципе, бабло есть, бабло в казну поступает за счет фактора девальвации рубля. Как вы видите, рублей в казне становится больше. И... Также пару мыслей хотел бы озвучить по отношению к э, санкционной ситуации, по отношению к Нурникелю и Русалу. Вот цитирую. Норникель вчера сообщал, что касательно новых санкций на российские металлы, они усугубят ценовую устойчивость. Санкции повышают риск сбоев рынков металлов, провоцируют рост цен. А также США... Санкции США и Британии в отношении российских металлов закрепят за Китаем роль покупателя в последней инстанции для Москвы на ключевые сырьевые товары повысит роль Шанхая как площадки для установления цен на материалы, имеющие и решающие значение для мировой экономики, о чем любезно сообщает Bloomberg. Так вот, они вели санкции, вот нахера они их до конца их логику не понимаю. Видишь, это как рыбы, которые вытащили из воды, которые просто брыкаются в конвульсиях. То есть они ввели санкции, они локально запампили никель на лондской бирже металлов и на Нью-Йоркской товарной бирже, кстати говоря. Короче, они запампили никель везде, но при этом поставки пока не сбоят. И не будут сбавить весь ближайший квартал, потому что контракт наперед расписан. Будущие поставки, они будут переориентироваться куда? На территорию Азии. То есть Индии, Китай, Тихоокеанский регион. И вот смотрите, в чем прикол получается. Сейчас активно Китай закупает сырьевые товары, в то время, когда Запад их ну, ни хера не закупает. И вот сразу вопрос, а к чему готовится Китай? Ведь не просто так, это не для потребления покупают. Абсолютно нет. И вы помните, я публиковал видео где-то две недели назад, 28 марта 2024 года, на тему того, что Китай милитаризует свою экономику, идет экономическая, а также политическая экспансия на Тихоокеанском регионе. В Южно-Китайском море, если быть точным. Так вот, сырьевые товары они закупают на случай регионального конфликта. О чем я много раз говорил там с Тайванем, Филиппинами, Малайзией там и прочими третьешлонными странами. Китай по факту сейчас расширяет свое влияние на этом регионе. То бишь, что хочет Китай, проще говоря? Китай хочет создать один большой геополитический и макроэкономический союз азиатских стран в первую очередь. То есть провести очень сильную фазу деглобализации в регионе в первую очередь. Вот вторая очередь. Это новое формирование цен на драгоценные промышленные металлы, на прочие сырьевые товары. К примеру говоря, серебро в Китае торгуется по 30, почти 2 доллара за унцию, в то время как в США торгуется по 28 долларов за унцию. То есть новое ценообразование грядет нам. То есть Китай тем самым увеличит свою экономическую и политическую мощь как таковую, как в свое время ее наращивал Советский Союз после Второй мировой. Вот. Тем самым Китай активно скупает сырье, и далее это сырье складирует. Что-то потребляет, что-то складирует. В общем и целом, они готовятся. Просто готовятся к костер-фазе деглобализации. Когда по факту... Тайвань будет прокитайским, тогда на глобализм может стать точку. Потому что та страна, которая владеет Тайваем, та страна владеет уже по факту всем миром. Далее, индекс ММВБ и фьючерс на ММВБ. Ну, смотрите, по четырехчасовому графику у нас идет штурм диапазона ЕМА-9. Хотя, черт возьми, я не исключаю того, что э, крайне вероятно, что у нас сегодня от ЕМА-9 ММВБ отскочит вверх. Куда-нибудь там 3470, может даже 3480. Почему? Потому что видно, как бешено удерживается данный уровень. То есть я тут допускаю формирование такой крупной двойной вершинки. Вот так вот. И потом уже коррекция вниз в район 3400. Это 23400 пунктов вот сюда. Вот, в принципе, у нас коррекционная волна постепенно наступает. Рынок находится в острой фазе перегретости по 4 часам, там по а, часовому графику он уже в целом снижает свою перегретость. Ну и по дневному графику, в том числе пока перегрет у нас по RCI. Также остается. В общем и целом, локальную коррекцию мы покажем а, и потом пойдем штурмовать вышестоящий уровень. В принципе, у меня мысли прежние. Вот, но определенные <coughs> лонговые позиции по рынку я сейчас постепенно начинаю набирать. О чем чуть попозже я вам повествую. Те позыки я по акциям сейчас удерживаю. Далее, РТС. По инсу РТС у нас не, я вам говорил, они неоднократно, еще расскажу, что от ЕМА 200 мы отобьемся вниз, у нас будет первая цель коррекции 1140 пунктов, да, вот куда мы, в принципе, идем. Сегодня будет второй диапазон медианы полосы Бонжи 1145 пунктов, поэтому, в принципе, по РТС у нас цель находится ниже, как следствие, это не мы также смачно очень скоро отработаем. Далее, мои открытые лонговые позы э, в акции «Газпром», «ВКонтакте», «ФСК», Русети, «Н плюс», «Руснефть». Вот, по «Газпромычу» 159.90, моя цена. В принципе, я еще раз скажу свои мысли, что он, она находится в боковике, бумага. Вот, по мере выхода цены к, к верхней грани боковика, я буду половину «Газпром» продавать. Примерно говоря, в прибыль. А почему будет моя прибыль вообще? -то? От 159 рублей, если посмотреть, 90. Ну, допустим так, Ну где-то в районе 15%. Да? Остальную часть появится по «Газпрому» я предпочту раздать уже по мере закрытия ГЭПа в районе 200. В общем и целом, я об этом вам повествовал на отдельном обзоре рынка. Мысли мы здесь прежние. Идем аккуратно, медленно, верно по «Газпрому» вверх. Далее «ВКонтакте», так называемый «ВКонтактыч». Смотрите, бумага сильно отстает на самом деле от широкого рынка э, информационно-технологических акций. Поэтому я свою позу тоже в этой бумажке держу. Вот. Готов буду ее продавать где-то на уровне вблизи 700 рублей за акцию. Поэтому делаю ставку тупо на ротацию капитала. Вижу конвергенцию по RSI, по CCI. Вижу снижение объемов на продажи и рост покупательской активности по MC. Короче говоря, здесь такой, знаешь, на мой взгляд, консервативное двойное дно формируется с выходом цены уже вот куда-то сюда. Там 660, 680, 700. Короче говоря, тут я тупо лонги держу. Вот, не парюсь, не суючусь. Мои, как говорится, или выше. А далее ФСК Руссети. Так называемый Руссетич. Ну, у меня тут средний где-то в районе 12 рублей. Вот. Или 12 копеек. По-моему, 12 копеек. Так как-то политкорректно назвать ее. В общем, я тут жду выход цены в район 12 700 80, и то потом в 13 рублям, или копейкам, по-моему, копейкам, ну ладно. И на ЕМА-200 я уже буду продавать, почему на ЕМА-200? потому что, видите, уровень на суд. Тут отбивался, тут отбивался, тут отбивался, тут отбивался, поэтому я тут, в принципе, готов буду а, позицию свою продавать. Вот так, привет, да, закрываю, а дальше что-нибудь подумаю, может, что-нибудь делать, не знаю. Вот я вчера начал в рамках нашего клуба трейдов подкупать акции компаниям. И N+, в принципе, мы по N+, коррекцию сейчас воочию наблюдаем, как и по Русалу, как и по ГМК Нурникелю, да. Соответственно, по N+, я уже вижу, ну, наверное, тут будет у нас такая небольшая цель снижения в ранге 480, 480 рублей по 4 часам. И по часовому графику от Ямадет нам придется сегодня отбиться немножко вниз, также к 480, на мой личный взгляд. Вот, отбиваем сюда, на этот диапазон. Я здесь позиции буду набирать, докупать. Двойной донышко тут будет формироваться вблизи уровня ЕМА-200. А потом возвращаться будем вверх к уровню 500 рублей и к уровню, соответственно, 515. Поэтому, в принципе, здесь я а, такую позицию постепенно начинаю активно формировать по этой бумажке. Далее РУС-НЕФТИ. Наконец-то бумага упала, если честно. За что она мне нравится? За ее ликвидность. По этой бумажке я лично тоже постепенно... Начинаю позы подбирать по часовому графику. По четырехчасовому видно прекрасно, что он впадает в очень острую фазу перепродности. Приходит на крупные реперные поддержки этого диапазона. Ну, в принципе, мы сюда немножко еще попадаем. Я полагаю, к уровню 230 рублей, скорее всего. Двойную нацуем и потом пойдем вверх на 200. Там может быть даже 260 рублей к золотому сечению сетки Fibonacci. И оттуда уже будем постепенно выруливать дальше и ниже. В общем и целом, эти бумажки типа N+, Руснев, я беру на краткосрок. Так что в целом, в целом, тут я позу по начинаю пылесосить. Вот, помимо прочего, также смотрю за ГМК Нурникелем. Ну, как вы знаете, я ее ранее покупал в районе 155 рублей. И, соответственно, потом я ее продавал в районе где-то уровня, вот где-то здесь, в районе 164-165 вот. Тут у нас двойная вершинка четко имеется по ГМК Нурникелю. Вот. Идем на отработку 154-156 рублей. Тут я готов на этом диапазоне одной гана позицию постепенько покупать. Сюда цена приходит, двойным номер расторговывается и уходит потом дальше, уходит потом выше. Поэтому, в принципе, я в ГМК готов по новому раунду еще раз от ланга зайти. Далее валютный рынок. По сути, из уровня боковика по валютному рынку, да, по доллару, по евро, по юаню, все выходит вверх. Ну, в общем, что с вами ожидали на средний срок, то и получаем. В общем, здесь у нас диапазон 95-100 по доллару будет рабочий, отработка шипа. Ну, либо полная часть шипа, либо ее половина. Посмотрим, как будет по факту. В любом случае, цели у нас такие разгоны выше остаются. Конечно, я не думаю, что будет доллар где-то выше 100, потому что сейчас у государства есть желание в долларе боковик широкий сформировать где-то в районе 86, дефис 100. И в этом диапазоне у нас будет валюта тупо торговаться. Вопрос, какое-то время торговаться, наверное, до следующей паники в макроэкономике и в геополитике. Вот, до того периода времени. Ну а пока, в принципе, бедем на, на траву сочного шипа. Вот, о чем ранее с вами неоднократно мы говорили. Ну и в общем и целом про валютные сырьевые позиции я лично в лонгах держу. Но по евро рубль та же самая шляпа, в принципе 104-106, цель среднесрочно по юаню 1340-1360 уже закрытие гэпа. Вот, у меня как такого валют нет, у меня есть провалютные позиции, такие как серебро рубль, палладий рубль. У нас в принципе вчера серебро рубль активно начали выкупать, но я еще расскажу, что здесь не то формируется то ли треугольник, то ли вымпел, то ли, блин, еще какая-нибудь херня. Ну, короче, фиг его знает. Я, честно, не могу пока предположить. Мне кажется, треугольник будет такой вот. Проторгует цена здесь и потом поет еще выше. Тут, я полагаю, будет импульсное движение вверх. Вот, в общем, у меня позиции есть. У меня средняя цена в районе 59 рублей за грамм. Вот, если смотреть по биржевой стоимости, то в моменте 59 где-то здесь. У меня прибыль не зафиксирована 109%. Есть смотреть по стоимости в банках, почем покупают себе. Но они где-то покупают в районе, ну, вроде 90 рублей. Плюс-минус. Ну, там спреды банковские имеются, что в ВТБ, в колхозе, в Спербанке. Короче, со спредами они, конечно, пиздец полку перегибают. Но не суть. В любом случае, я к одной-второй ган вижу потенциальный выход цены. По серебро рубль да там на 160 там может быть даже 200 рублям за грамм и потом по мере этого продолжения движения но ну, я буду наверное позиции по серебру распродавать то о чем неоднократно вам ранее говорил вот также у меня в принципе позиции по э, паладию имеются сейчас вот котировки загрузятся вот по паладию почему сейчас торгуются паладий я его на ОМС просто держу, поэтому смотрю котировки на этом сайте. Ну, 3100 рублей. Но ну, по мере, опять же, девальвации рубля, по мере рост цен на долларовой палладии, будет рост цен на 4000. Ну, в принципе, я а, не парюсь, не суетюсь, как говорится, цели повыше. Вот, по золоту рубль, ну, в целом, катимся на отработку шипа 7477 и катимся на отработку второго шипа, это 8000. Так что тут, в принципе, цель у нас находится на прежних значениях. Что касается долларового значения по серебру, на палладии и золото, здесь мы по недельному графику, по дневному графику, конечно же, в очень острой фазе перегреться находимся, да, а, но по золоту, я полагаю, буду отработка шипа 2.435. Ну и, наверное, опять же, здесь будем торговаться в какое-то время в таком то ли треугольничке, то ли еще в чем-нибудь перед дальнейшим импульсом рост цены вверх. Но, но я подчеркиваю, будет тупо консолидация. Тупо боковик, боковик. Наподобие того, что был у нас вот здесь, например, да. По серебру та же самая шляпа, в принципе, шип остался на уровне 29.90, 20... О, неплохо, 20.90. 30 баксов почти за унцию. Еще раз напомню, что серебро в Китае стоит 31, почти 32 доллара за унцию, да. На этой на, долбанной на, на американской бирже он стоит 28. Это просто пиздец смехотворно, блять, это просто манипуляция ценовая. Металла в рынке мало, да, фактически серебра и золота, а они стоят там какие-то двадцать 28 центов. Да вы что, ебнули что ли, клоуны? Вы обязаны серебро переоценить там, не знаю, в раз 100, наверное, но никак не какие-то там ссаные 30%. Вот. Вообще тут, короче, вот такой же боковик, треугольник, я не знаю, там херугольник какой-нибудь и с выходом уже выше. Так что я поза держу, не парюсь, не суючусь. Вот, по не боковик продолжается. Вот, ниже грани 850, верхняя грань 1000, к 1000 подошли. Сейчас к средней грани боковика придем, там 920, поторгуемся, потом пойдем еще выше. Вот, по паладью та же самая шляпа, цель одна черта гана коррекция, 945-955 проторгуемся и идем дальше опять выше. В общем и целом, мысли по металлу у меня прежние, еще нового я вам сказать не могу. Далее, рынок нефти. По нефти марки Brent картина следующая. Торгуемся пока при восходящем канале. Я еще раз подчеркну, что кол опционов на ланге очень много по широкому рынку нефти. То есть толпа по факту лангует нефть. Да, раз толпа лангует нефть, значит и бутылку они к своим к своим местам скрытным от глаз людских понаставили. Короче говоря, лонговать нефть это самое тупое, что может быть сейчас. Я еще раз повторю, что никакой крупной конфронтации на ближнем стоке я не ожидаю. Но повторюсь еще раз, я не думаю, что какой-то какой мировой конфликт будет. Это вот ну, не готов мир к этому, хоть и бей, но не готов. Рано еще. Это вопрос десятилетнего, пятнадцатилетнего будущего, но не текущего дня. Вот. Поэтому по нефти уже проторговку на ЕМА-9 где-то в районе 89-90, конкретно сегодня. Вот. Далее по природному газу. По природному газу мы на низины боковика пришли. Вот. Тут у нас такая тройное донышко формируется. Вот. Вот. Будем входить сейчас на уровне 1.85-1.90, ну и потом, скорее всего, пробивать этот диапазон с на одну вторую в районе 2 баксов. В общем, пока такая картина рынка на сегодня. В общем, в целом, подводя итоги анализа, Uh, у меня мысли прежние локальную коррекцию по рынку акций надо показать uh, вот поза постепенника я буду там лонговый новый формировать в те бумаги которые сейчас активно снижаются я просто их от реверса торговли активно и начинаю подбирать вот потому что вижу что там скоро будет крупный шартовый откуп который спровоцирует цену в пользу роста по серебро рубль ланги держу дальше, по палладе рубль ланги держу дальше, мои цели выше. Но по большому счету, наверное, я, так и скажем, говорят, в этом году уже буду поиск продавать. Я особо тут у моря погоды, как говорится, ждать не стану. Вот. А потом буду, повторюсь, искать другие какие-то активы. Там, может быть, земли покупать где-то, продолжать, точнее, этим заниматься. Может, еще еще Но ну, время покажет. В любом случае, я сейчас тоже свою дальнейшую стратегию берет, обдумываю и Думаю, какие-то варианты у нас так или иначе все равно будут для того, чтобы, как говорится, баблишко приумножить. Вот. В остальном я не парюсь, я не суючусь. Я понимаю, что цели по металлам, по акциям выше. Ну, так, спекулятивно подторговую в рамках нашего клуба трейдеров. Ну, и пока все, как бы, Тут я пока ничего нового сказать больше не могу. Ладно, господа, вам рекомендую подписаться на наш клуб трейдеров. Ссылка имеется в описании под каждым видео. Биржевиквип.ру и наш официальный Тиграм-робот бот Я провожу прямые эфиры каждый день. В 9.55 в эфир выхожу и вплоть до 11 с небольшим часов я там подторгую. Потом ухожу в оффлайн, торгую непосредственно в оффлайн формате. Ну, то бишь, публикую все сделки в качестве текста, а также в качестве аудиосообщений, также там мысли публикую, там прочее в этом духе. Вот. А также лайфхаки по рынку и всякие информационно важные посты для того, чтобы вы торговали сами на сами хорошо, <laughs> тоже публикую. Также у нас имеются публичные каналы, телеграм, рынок акций, сырьевой рынок, облигации, банковский сектор, группа ВКонтакте, Яндекс.Дзен. Вот рекомендую вам найти ресурс подписаться, инфа, которая выходит там, задержка во времени поступает на YouTube. Ну и помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время и грамотная стратегия – наши главные союзники. На этом все. Всего вам доброго, удачи в торгов и до свидания.